Всем привет! Начну с того, что покажу вам вот это. Это мой новогодний бьюти-бокс. Я не знаю, вы верите в магию Рождества или не верите, но после вот того, как в моей жизни появилась эта коробочка, я в магию Нового года совершенно точно начинаю верить. Волшебство все-таки случилось, и в моем новом бьюти-боксе 23 продукта, 18 из которых полноразмерных. И сумма этой коробочки, которая у меня сейчас в руке, более 10 тысяч рублей внутри. При этом цена коробочки остается, как и в прошлый раз, всего 2500 рублей. Сразу отвечу на все важные вопросы. Во-первых, коробочку можно купить по ссылке в описании, которую вы найдете под моим каналом и в первом закрепленном комментарии. Во-вторых, в общем, будет 3 бокса. Восхищай, блистай и сияй. Третий момент. Доставка бесплатна на территории России, Беларуси и Казахстана. Вне зависимости от того, в каком городе этих стран вы живете, вы получите ваш бьюти-бокс совершенно бесплатно, без оплаты услуг курьера. В этот раз, к Новому году, подарок от меня могут приобрести себе также жители Украины. Это была хорошая новость. К сожалению, доставка в Украину получается только платная, и никаких других вариантов просто нет. Кстати, очень важный момент. Количество коробочек сильно ограничено. И сколько они будут в продаже, я не знаю. И следующий снова хороший момент. Первые 500 человек, которые сделают заказ, получат одну из следующих вещей. Корейские патчи для глаз, расческа для волос или же мист от Victoria's Secret. В создании моего новогоднего бьюти-бокса для меня самое главное было это придерживаться логики наполнения коробочки. Здесь есть аксессуары, здесь будут духи, здесь есть, конечно же, огромная куча декоративной косметики, здесь есть уходовая косметика, здесь есть средства для волос, здесь есть даже лаки для ногтей. В общем, давайте приступим. Конечно же, очень важный момент – это умывалка. И в моем бьюти-боксе в каждом из трех представлена вот такая вот умывалка, которая очень мягко и деликатно очищает кожу вашего лица. Ее очень здорово использовать как утром, так и вечером. Следующий в бьюти-боксе это вот такое вот средство. Знаете, что это? Это пилинг-скатка. Это максимально деликатный пилинг-скатка, который очень-очень круто заходит именно зимой. Вы наносите его на очищенную кожу вашего лица, желательно, чтобы она была капельку влажной, распределяете по лицу и очень деликатно ее массируете. У вас в руках будут образовываться вот такие вот частицы, и именно с их помощью вы производите идеальное очищение. Ваша кожа будет очень чистой уже спустя первое применение. Главное после этого хорошо ее увлажнить. И, конечно же, для этого я озадачилась тем, чтобы у вас было много вариантов. Вот такое вот средство от Faberlic. Это косметика iSeal. Я ее вам уже однажды показывала. Очень-очень классные средства. Это гель-трансформер для лица, который служит очень классным увлажнением. Смотрите, вы его открываете, наносите себе на лицо, и сначала он выглядит как вот такой вот кремик. Но потом при соприкосновении с вашей кожей этот гель превращается в водичку, которая очень быстро освежает и очень-очень обильно увлажняет кожу и восстанавливает ее водный баланс. После того, как гель впитается, у вас будет несколько вариантов, как увлажнить свою кожу. И для этого я предлагаю вам два вот таких вот варианта. Здесь у меня корейский крем для лица, и здесь у меня аптечный крем для лица от Uriage. А еще у меня здесь есть вот такая вот куча... Ой, упала? Не падай! Вот такая вот куча миниатюрок от Канибо. И в зависимости от вашей выбранной коробки, вы получите одну из этих миниатюрок. С уходовой косметикой, конечно же, на этом мы не останавливаемся, ее еще будет очень много, и я покажу вам ее в дальнейшем. Но сейчас я считаю самое важное и самое классное – это воспользоваться вот этим вот мистом, и после этого я считаю, что нужно будет уже приступить к макияжу. Так, стоп, какой макияж? У нас еще тканевая маска есть, нужно воспользоваться ей. В моих коробочках будет целых 3 тканевых маски, и я считаю, что самое время ими воспользоваться. Смотрите, есть японская, есть корейская и есть обычная тканевая масочка. Я предлагаю сделать корейскую маску. Она подходит для любого типа кожи, в том числе для очень чувствительной. И давайте посмотрим на ее активное действие в реальной, так сказать, жизни. Все, и с такой прекрасной масочкой я покидаю вас не очень надолго и скоро вернусь. И потом мы приступим к нанесению макияжа. A few moments later. Я к вам вернулась, я снимаю маску.
Пока патчи работают над тем, чтобы улучшить состояние моей кожи вокруг глаз, я расскажу вам про следующую позицию, которую можно найти в моем бьюти-боксе. Блин, он такой тяжелый, вообще просто неподъемный, если честно. И это вот такая вот палетка корректоров. Она будет доступна в одном из боксов, и ее смысл в том, что она помогает вам скорректировать все ваши несовершенства кожи до того, как вы нанесете тональный крем. Зеленый цвет скрывает ваши покраснения, фиолетовый замаскирует желтизну, а бежевый скроет синяки под глазами. Я специально побеспокоилась о тех, у кого, возможно, есть такие проблемы, поэтому положила в один из наборов именно вот эту палетку корректоров, чтобы вы могли ей воспользоваться и в дальнейшем уже приступить к BB-крему, который, к слову, будет во всех коробочках. И, возможно, вы сейчас скажете, это очень странное решение положить BB-крем, а как же цвет? Но слушайте дальше. Сейчас, когда я сниму патчи, я вам просто все расскажу, потому что это просто, так сказать, находка века, находка года так точно. Смотрите, в чем его преимущество. Во-первых, он реально очень круто подстраивается под кожу. Я вообще без понятия, почему так происходит, но так происходит. Во-вторых, когда вы его используете, вам совершенно не нужна кисточка или спонжик. Я подбирала специально тот BB-крем, который можно будет нанести пальцами, потому что, ну, вдруг у вас нет какой-то кисти, чтобы равномерно его распределять. И в-третьих, это просто отвал. Реально, башки по-другому не скажу. Он пахнет чаем. Понимаете, это BB-крем с запахом чая. Я думаю, заметно, что так выглядит гораздо лучше. В каждом из боксов вы найдете одно из украшений. Это будут или серьги, или браслет, или ожерелье. Также в каждом из боксов «Сияй, блистай и восхищай» есть по палетке теней. В боксе «Блистай» палетка Maybelline City Mini. Это новинка и бестселлер бренда. И я очень счастлива, что у вас будет возможность ее попробовать. Цвета тут нейтральные, но можно придумать как дневной, так и вечерний макияж. В боксе «Восхищай» палетка Vivienne Sabot Paris. Этой палеткой можно делать макияж буквально одним пальцем. Хочешь гранж-образ, проведи по рефилу, перенеси на глаз, чуть-чуть растушуй и готово. И последний бокс «Сияй» и палетка «Лимонад» от Maybelline. И именно ей я сделаю сейчас один из моих самых любимых макияжей. Это супер простой образ, но поверьте, если вы его повторите, многие будут спрашивать, как ты вообще это сделала? И теперь, конечно же, нужна тушь. Знаете, тушь в этот раз будет очень необычная. Это тушь от Beauty Bomb. И знаете, чем она необычная? Я сейчас вам покажу. Смотрите на эту щеточку. Она очень странная. Эта тушь сейчас с моими ресницами сделает что-то нереальное. Ну, как и с вашими, впрочем. Но она очень специфичная в применении, в том плане, что она достаточно жесткая. И к ней нужно привыкнуть. Если вы вдруг зарядите себе этой тушью в глаз, вам будет ужасно неприятно, поэтому я вам рекомендую вообще максимально с этой тушью не спешить, потому что тот результат, который она дает, это реально результат, который стоит того, чтобы не очень быстро красить себе ресницы. Эффект на самом деле наклеенных ресниц. Просто посмотрите на это. Также у меня в коробочке есть вот такая вот еще одна тушь для ресниц. Это уже идет миниатюрка от Benefit. Сейчас я продемонстрирую вам ее эффект на нижних ресницах. К слову о Benefit, также есть миниатюрка геля для бровей. Я подобрала самый нейтральный оттенок, который подойдет идеально и блондинкам, и брюнеткам. Кстати, его очень удобно наносить, в частности, потому что он вот такой вот маленький-маленький. К слову говоря, те, у кого в наборе будет вот этот вот гель для бровей, также получат бесплатный купон на окрашивание бровей Benefit. Ну, конечно же, какой Новый год вообще может быть без вот этого, без духов? И здесь у меня духи от Yves Rocher. Это офигительно крутые духи, они имеют нейтральный запах, цветочный, сразу хочу сказать. И с этими духами, буквально вот с одним пшиком, вы будете благоухать как никогда ранее. Не знаю, почему я выбрала именно эту языковую конструкцию, но, простите, я очень сильно переживаю и нервничаю, я сама не знаю почему, но... Все просто заикается, блин. Офигенно пахнут духи. Просто офигенно.
Простите, пожалуйста, что я местами подтупливаю, где-то запинаюсь. Мне очень непросто снимать это видео, потому что для меня это действительно рождественское чудо. Я так сильно старалась сделать эту коробочку еще лучше, чем был первый бьюти-бокс, чтобы здесь было все, чтобы вы нашли для себя кучу подарков, чтобы вы могли даже из этой коробочки чем-то поделиться со своими друзьями, близкими, родственниками. Я постаралась продумать все до мельчайших деталей. Я постаралась подумать обо всех людях, которые будут этим пользоваться. И я действительно очень-очень надеюсь, что вам понравится этот бьюти-бокс. Мне тяжело сейчас не плакать, мне очень хочется заплакать, потому что я просто очень сильно счастлива. И вы знаете, я тоже очень хочу, чтобы вы были счастливы, когда в один день вы получите этот бьюти-бокс, откройте его и просто почувствуйте ту любовь, с которой он сделан, потому что я вас очень сильно люблю. В каждом из бьюти-боксов будет хайлайтер. В двух будут сухие хайлайтеры, в одном из них будет кремовый хайлайтер. В каждом хайлайтере по два хайлайтера. Смотрите, сейчас я покажу вам поближе. Хайлайтер от Vivienne Sabo, из их, кстати говоря, новой коллекции. Он выглядит вот так вот очаровательно. И это не хайлайтер, это просто космическое сияние миллиона и одной тысячи звезды. Не знаю, почему так, но как-то так. Сейчас я вам это наглядно продемонстрирую. Я возьму мою самую обычную веерную кисть. Возьму вот этот вот оттенок, который потеплее, потому что мне кажется, что сегодня он лучше подходит к моему макияжу. И вот просто зацените это. Хайлайтер, ты как? Ты под законом вообще? Это просто выглядит как нарисованный блеск. Он настолько крутой. Нет слов вообще. Я не представляю, как это получилось, но по мне это реально лучший хайлайтер, который только представлен на рынке из сухих хайлайтеров. Если же вы предпочитаете кремовые текстуры, то вот этот вот хайлайтер Shine Bombita, это просто тоже супер жесть. И смотрите, я специально выбрала тот хайлайтер, который соответствует двум критериям. Некоторые из нас хотят прям яркого-яркого хайлайтера. Другие же хотят, наоборот, максимально естественного блеска, а у тебя просто такое максимально естественное влажное лицо. С одной стороны, как видите, у нас прям видны крупные блески. И если нанести на руку, ну, на лице будет ровно то же самое, вы, я думаю, видите сами прекрасно этот результат. Конечно, его нужно немножко подтушевать, чтобы получилось более естественно. И вот насколько это круто выглядит. И другой хайлайтер, с другой стороны, это хайлайтер для естественного сияния лица. Я думаю, вы видите разницу. Он с более такой идет розовинкой, виден только под некоторыми ракурсами. И когда на вас будет падать определенный блик, у вас будет действительно эффект максимально такого здорового, естественного лица. Как будто вы очень много отдыхали, а не учились или работали в этот безумный канун к Новому году. К теме о блестянии. Конечно же, как я говорила ранее, у меня здесь еще есть лаки в каждой коробочке. Один лак будет матовый, второй лак будет блестящий. И знаете, я хотела его продемонстрировать, но запись сейчас везде такая плотная, что просто не могу снять мое наращивание на ногтях. Поэтому, Давид! 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 Блин, Давидка! Да, маникюр сделать нужно. Опять? Да. Ну что, какой лак ты будешь выбирать? Тебе нужно выбрать два. Один блестящий, другой нет. Так. Ну, мне нравится фиолетовый. И какой-нибудь еще блестящий ты должен выбрать. Блестящий, ты в смысле с этими штучками? Да, 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 именно так. А тут нет фиолетового. Тогда вот этот тут. Выбор олигарха. Сейчас я буду первый раз в своей жизни красить кому-то ногти. Но ты же меня красила уже детской как-то. Да, это была детская, это уже серьезно. А я тоже от воды сразу, потом я смогу смыть. Нет, это обычный лак. И как мне его потом смыть? Никак, будешь ходить, пока не сотрется. Не, ну. Мне кажется, ты халтурно накрасила. Давид! Знаете, раз уж мы стали вмешивать в мое видео других людей, то я хочу вмешать также в это видео свою подругу, благодаря которой в моем бьюти-боксе появилось вот это. Это бритва. Да, ребята, это бритва. Знаете, как все начиналось? Сейчас я вам расскажу. Я сказала моей подруге, что я создаю бьюти-бокс. И сказала, что женщины очень часто, ну там, не знаю, судя по анекдотам, постоянно дарят мужчинам или трусы, или бритвы на Новый год. Я сказала, что трусы, конечно, глупый совсем вариант положить в бьюти-бокс. И я ей сказала, типа, может, по приколу и мне положить бритву? Ну, это было бы, по крайней мере, смешно, что я дарю вам в бьюти-боксе бритву. И она на меня вот так вот посмотрела
И я подумала, типа, наверное, мои идеи совсем неадекватны. И она сказала, что это просто лучшая идея для бьюти-бокса. Я такая, что? А она мне сказала, что бритва – это самый важный момент, что она реально всегда хорошая, очень нужна, что она дорого стоит. Если есть возможность взять бритву практически за бесценок, потому что эта бритва, блин, стоит под косарь, а тут в бьюти-боксе 23 позиции, и он стоит всего 2500, то она сказала, что это реально будет очень-очень крутая находка. И таким образом получилось, что в моем бьюти-боксе появилась бритва. К слову говоря, о волосах. Для волос у меня тоже много чего есть. И, во-первых, это то, без чего вообще просто нельзя мыслить бьюти-бокс, это сухой шампунь. Сухой шампунь – это одна из моих самых любимых вещей, вот серьезно. И поэтому мой любимый сухой шампунь от Batiste, который, я считаю, реально не имеет аналогов, он просто топовый, я поместила в свой бьюти-бокс в размере travel size. Также для волос у меня есть вот такое вот средство от BioSilk. Это жидкий шелк для волос. С ним волосы просто какие-то запредельно крутые. Пахнет он безумно вкусно. Вы просто наносите несколько капель этого средства и распределяете по кончикам волос. Можно протягивать до середины. Это средство не смывается, с ним ничего не надо делать. Вы просто нанесли и забыли. И ваши волосы, они просто божественно пахнут и просто божественно выглядят. Помады. Помады – это важно. В каждом бьюти-боксе будет по помаде. В том бьюти-боксе, где у вас в качестве палетки теней служит Vivienne Sabo, будет целых две помады от Maybelline, и просто зацените их цвета. Я постаралась организовать для нас самые ходовые нюдовые оттенки. Я решила, что нюдовые помады – это именно то, что всем нужно. И почему именно два оттенка я выбрала? Потому что нюдовую помаду достаточно тяжело себе подобрать. Кому-то идут более розовые оттенки, кому-то идут более оранжевые. И поэтому здесь два самых популярных цвета ever. Один у нас чайная роза, а вторая, так сказать, крепкая чайная роза. Мне, например, больше нравится вот этот цвет, и я его сейчас нанесу на свои губы, просто на центр и немного растушую. Мне кажется, стал появляться совсем другой вид, и я безумно счастлива, что здесь целых две помады идет в бьюти-бокс, потому что вы правда сможете подобрать для себя лучший цвет, ну и поделиться с мамой или сестрой, чтобы они тоже потестировали, потому что потестировать эту помаду на своих губах – это безумно круто. Просто вот офигенно. В других бьюти-боксах, в одном из них, будет вот такой вот блеск для губ от Flowera. Правильно, розовый оттенок с легким перламутром, очень красиво смотрится на губах. Я рекомендую наносить его просто на губы, немного растушевывая пальчиком, и у вас получится эффект увлажненных, немного блестящих, не приторных губ. Очень красиво выглядит. И в третьей коробочке будет вот такая вот помада. Она похожа на хайлайтер. И если честно, то такое чувство, что эта помада просто не помада, а блестки, которые собраны воедино в форму. Она совершенно спокойно приспособлена для использования на любой части вашего лица, только в глаза не надо ее заливать, но на глаза можно, потому что здесь нет никакого красящего пигмента, у вас просто очень красивый и крутой эффект блеска будет на коже. Казалось бы, что еще можно впихнуть в бьюти-бокс? И знаете, что я вам скажу? Ну, конечно же, в бьюти-бокс нужно было впихнуть еще подводку, потому что в первом его не было, я знаю, что многие из вас любят рисовать стрелки. И специально для вас я подобрала вот такую вот черную подводку. Кстати говоря, к ней в комплекте еще идут стикеры, которые вы можете налепить себе на лицо или куда-нибудь на тетрадь. Обычная черная подводка, которой очень удобно прорисовывать стрелки, благодаря ее вот такой вот заостренной форме и благодаря тому, что она не растекается как кисть. Совсем забыла, а это было, между прочим, очень важно. Это средство не суперсильной фиксации для создания прически. Если вы, например, делаете себе укладку, после того, как вы завершите укладку, вы используете это средство, подобно обычному лаку, распределяете по вашей укладки, и дальше вы просто занимаетесь своими делами. Если вдруг с вашей укладкой что-то происходит, например, попали под дождь, и вам нужно расчесаться. Если вы использовали до этого обычный лак, то, скорее всего, ваши волосы будут очень уныло, некрасиво висеть. С этим же средством при расчесывании вашей укладки, с которой что-то пошло не так, ваша укладка будет выглядеть точно так же, как вы сделали ее до этого. На Новый год это просто незаменимая вообще вещь. Следующее средство. Тут я, честно скажу, побеспокоилась о тех, кто этой зимой летит куда-то на отдых. Так я знаю, что в канун Нового года многие разлетаются по жарким странам, поэтому я озадачилась, чтобы у вас обязательно было SPF 50. Защита для тела от того, чтобы вы не обгорели. Если вдруг вы никуда не летите и вам кажется, что это средство бесполезное для вас, разочарую, ну или наоборот обрадую, или два в одном. Это средство я подбирала не просто как средство против загара с SPF 50, а как средство, которое позволит вам... Какой неприличный звук получился.
позволит вам блестеть, поэтому это молочко для тела с эффектом сияния, то есть с глиттером. Так что если вы идете куда-то на мероприятие и хотите выглядеть красиво, чтобы ваша кожа блистала, то это средство вам идеально подойдет, даже если вы куда-то собираетесь зимой. Ну и, соответственно, конечно же, это средство, даже если вы каждый день будете им обмазываться и блестеть, ходить в школу, то вам его спокойно хватит и на эту весну, и на это лето. Я уверена, что вам на год его совершенно точно хватит, даже если вы будете каждый день его использовать. Так что весной и летом у вас будет точно гарантированная защита от загара, видите? Позаботилась. О всех позаботилась. Да, здесь я, как говорила, просто дофигища всего. Я не врала. Извините, что такой обзор затянутый. Так, следующее средство — это очищающая пленка маска галактическая. Просто наносите то, что находится здесь внутри, не полностью, не всей упаковкой, а где-то, не знаю, третью ее, на нужную вам зону, например, на нос, и потом просто снимаете, когда маска засохнет. Получается очень чистая кожа лица. Это не та самая черная маска против черных точек, это не она, это именно что маска с отшелушивающим эффектом, которая все лишнее, что у вас на коже есть, она стягивает и забирает вместе с собой. Такое чувство, что просто уже дело близится к вечеру. И да, дело близится к вечеру, поэтому я побеспокоилась о том, чтобы на ночь у вас тоже было хорошее средство, поэтому жидкие ночные патчи. Признаюсь честно, об этом средстве я узнала относительно недавно, когда в Инстаграм мне стали о нем писать мои подписчики. Они мне говорили: попробуй это средство, протестируй его. Я купила это средство, я его протестировала, и я, если честно, обалдела. Ребята, я не верю. Я рассказала, кажется, про все, что в этом бьюти-боксе было. Я не знаю, мне кажется, я сейчас просто упаду в обморок, потому что меня просто шатает из стороны в сторону. Я очень надеюсь, что вам этот бьюти-бокс понравится. Я очень надеюсь, что вы будете счастливы, когда положите его себе под елочку на Новый год. Я очень хочу, чтобы вы оценили мои старания. И просто помните, что я вас очень сильно люблю. И я желаю вам только всего самого лучшего. Все, пока.